спаржа. Сегодня приготовим три вида спаржа. Три рецепта в одну тарелку. То есть карпаччо из спаржа с пармезано и пимент д'Эспелет. Жареная спаржа с персиада. И варенье или аспержа англез с соус, французский соус винегрет. Балерина. А сверху будем положить горячий спаржа. Всем привет! Сегодня с вами шеф Вивьен, настоящий гасконец. Эй! Гасконец! Сегодня будем готовить три вида или три способа спаржа. Есть много сортов спаржа, и не только по свет, только ну, как помидоры, есть много помидоров, и тоже есть много спаржа. И зеленый – это только час, который все сверху зима. Под землей белый, а над землей зеленый. То сегодня будем приготовить только зеленый спаржа, c'est три вида. Процесс, три способа. Из спаржа можно сделать все. Киш, омлет, только головье из спаржа, мусс, суп, вообще тысяч способов спаржа. Не только на пару и только на гриль, как нужно чистить и как вкусно одно блюдо может быть только почти только из спаржа. Итак, что вам понадобится для вот это теплый салат из зеленой спаржа? Крупный соль, кипяток, вода, зеленая спаржа, конечно, масло сливочное, масло растительное. Будем сделать винегрет. Конечно, горчица, перец, соль, уксус, масло, пармезано и вяленое мясо домашнее, которое может быть просто хамон, просто бекон. Вяленое мясо, которое видео туда. Как чистить только зеленый спаржа. Первый вариант, как в ресторане Мишлен, где я работал, нужно сделать вот так. И где будет la masa, будет где нужно резать. Вот. То есть вот это будем использовать, то все вот это можно есть без чистить. Можно убирать вот это, маленькие кусочки, ем надрез, вот так, и вот так. После этого берем кастрюлю, это удобно, потому что будет побольше высота. От надрез до попа, почти до попа, вот оставит попа, вот так. И когда у нас есть вот эта красивая балерина, ломаем с руками попа, вот так. То есть это второй вариант, как чистить спаржа зеленый, когда вы хотите. И красиво будем резать, конечно, одинаковый размер, резаем вот туда. Так. Сейчас мы смотрим наш спаржа. Кто будет карпаччо, самый твердый, самый свежий, самый красивый. Ту, который отломили, берем нитки, берем фагот. И вот это будем готовить в очень горячей воде, кипяток вода. Почему сделаем вот так? Потому что если вы оставите вот прям все одинаковые, будет развалиться. Поэтому сделаем вот так. Конечно, это нужно посолить ваша вода. 10 грамм каждый литр вода. У меня здесь 2,5 литра, то есть 25 грамм соль. И, конечно, если вы бланшировать, если вы готовите а л'англез, нужно очень ледяная вода. Очень холодная вода еще больше будет фиксировать ваш зеленый цвет. Это для всех зеленых овощей. Называется бланшировать. Кипящая вода. То есть положим наш два типа букет. Оп. Оп. Сколько минут? 3, 4, 5, 6. Каждый спаржа свою жизнь. Будем контролировать. Все. Маленький нож, когда готов. Три красиво должен быть готовить до конца, а другой должен быть
почти готов, чуть-чуть альденте, потому что после того будем его жарить в масло и так далее. Если вы просто жарите без бланшировать, будет много времени. Тогда не будет оставить зеленый. Voilà, очень хрустящий. Вот это будем его использовать тоже на маленький карпаччо, c'est маленький слайс. Типа 1,5 миллиметров, то будет хрустящий. Потом будем сделать вот это лонтики. Alors, лонтики есть два типа, или мандолин, или овощи чистка, а есть другое видео, c'est нож. Hein? Пожалуйста, можно смотреть и использовать в комментарии. До голове аккуратно, вот так. Другой тип, c'est мандолин. То есть очень аккуратно. Клак. Voilà. Вот это готов, al dente. Нужно еще. A few minutes later. Да, готов. Халуни вода. Вальда сельдон. Оп. Положим в бумажку. Voilà. Не стоит долго в вода, потому что потом они будут пьют вода. А как вы видите, очень зеленый. Наш карпаччо лонтики. Впервые наш карпаччо. Положим наш лонтики из спаржа, который очень красиво. Берем соль. Перец, или я буду использовать пимент эспелет, но может быть перец. Берем капельки хорошо, очень хорошо оливковое масло. Я положил немножко соль, потому что будем добавлять чуть-чуть снег из пармезана, реджано, 24 месяца. И как вы видите, у меня уже одну красивую рецепт. Карпаччо из спаржа с пармезана, реджано. Как сделать соус винегрет, не салат, а соус винегрет. Раз, два, три, нас appelle, да? Соль, перец, я буду использовать пимент эспелет, опять, горчица, дижонская, столовая ложка, уксус, красный уксус, хорошо столовая ложка. И вот это перемешиваем. Масло растительное под солнце. Добавим чуть-чуть по чуть-чуть. И хорошо перемешиваем. Капельки оливковое масло. Это уже второй рецепт обычной французской закуски спаржа винегрет. Макат спаржа с соус винегрет, и это уже очень вкусно обычные закуски французские. Это хорошо хлеб и масло сливочное. Я могу есть килограмм. Третий вариант спаржа. Спаржа, который уже бланшироват. Головье и кусочки вот так. И здесь оливковое масло. Масло сливочное. Voilà. Наш масло готов, как вы видите. Добавим наш спаржа. Нужно еще добавить соль. Это будет получать чуть-чуть свет. Пахнет нереально. Добавим. Я не использую здесь, но всегда у вас есть петрушка и чеснок, который называется персиад. Это рубит чеснок и рубит петрушка просто. И все перемешиваем и получаем персиад, который добавим в наш спаржа с масло сливочное фондук. Жарить чуть-чуть, кто будет жарить чеснок и жарить петрушка, это 15 секунд.
и будет готов. А теперь убираем в бумажку. Тут будет убирать чуть-чуть масло сливочное. А вот это жарение спаржа, это чеснок и петрушка. Это может быть гарнир, это можно просто одно блюдо, как закуски горячие. Теперь резан наш бланшировать спаржа и здесь. И теперь сделаем подачу. Мясной вкус, специи и соленый вкус. Положим чуть-чуть винегрет. Берем наш три головье. А тоже сверху винегрет. Карпаччо и спаржа. Вот так, ровно. Вот так. Теперь положим наш ломо, кусочки ломо. Вам можно использовать копченое мясо, бекон. Если вы не любите мясо, может быть копченый лосос. Лосос спаржа очень хорошо работает. Теперь добавляем хрусташи, сырые колечки, где лежит мятки спаржа. То есть будет контраст и хрусташи, и мятки. А нужно придумать всегда, а сверху будем положить горячий спаржа. Будем добавить еще чуть-чуть снега из здесь, снега из пармезана. Три рецепта в один тарелка, три рецепта спаржа в одну тарелка, готов. Асперж à l'anglaise, c'est sauce vinaigrette. Жарит спаржа, c'est persillade. И карпаччо из спаржа, c'est parmigiano и пимент d'Espelette. Всем приятного аппетита!